Да, это та игра, где очень-очень-очень высоко. Стоп, твой робот там же у меня все пиксель, да. Или как сказать? Как будто как стерка. Все такое прозрачное. Так что... Где-то с таким вам смотреть. Как это... О, близко. О, сохранялка. Так высоко я уже долго поднималась. Я сейчас мозг взорвется, чтобы пойти. Так что, что я тебе походить? Лучше перейти к концу, да, Робакс? А, да. И что, у вас нет Робакса? Где-то это Робакса. Еще долго? О! Чтобы ломать мозг, думаю, что уже скоро конец. Это не конец! Но так долго. Я сейчас взорвусь. Или как сказать, мой мозг взорвется, это долго проходить. Это же адская песня. Конец-то. И уже скучно, я еще выше и выше поднимаюсь. Ты в порядке? Баб, а ты играл в Майнкрафт? Да, это было давно. Как победить скибиди-токсика в обнове Долли Свайн? Тебе лайки обязательно, подписка. Это самый первый босс на вашем пути. Обязательно будьте в движении, потому что он создает... Кажется, здесь это лестница очень долго создавал. Посмотрите, как тут её много. Когда он забудет конец? Долго? Я без конец! Блогер так сказал, что Голуби быстрее интернета. Он отправил птицу с флешками по 1 терабайту на 1 километр. И голуби прилетели быстрее, чем те же файлы передавались по сети. Голубиная почта победила интернет. Правда, на более длинных расстояниях так не получится. Блогер доказал, а сможешь ли ты найти... Как долго. И если у тебя получится... Конец. Совсем чуть-чуть и все. Если вам этот видос понравился, ставьте лайк и подписывайтесь. О, Бенди, кто? Ну, все-таки подписывайтесь. На этом все, ребята.